Привет, друзья, товарищи! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И в сегодняшнем видео мы с вами будем разбирать супер простую песню для начинающих. Реально давно такого не было, потому что последние разборчики, они такие были хайт-левела. Поэтому кто только-только начал учиться играть на этом чудесном инструменте, эта песня идеальна для вас. А песня группы Кино, потому что нужно научиться-то играть с классики, песня под названием «Алюминиевые огурцы». Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики, смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Разбор на укулеле. Давайте для начала начнем с аккордов. Первый аккорд — аккорд С. Зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. Обращайте внимание, какими пальцами зажимаю тот или иной аккорд, это важно. Следующий аккорд — аккорд АМ. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Далее, если к этой конструкции добавить с вами указательный палец на второй струне на первом ладу, получится аккорд ФА. И последний аккорд — аккорд G. Зажимаем с вами первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Давайте все вместе. С, А, М, Фа и G. Поздравляю, все аккорды разобраны. Данная песня у нас будет с вами играться от начала до конца в этом же порядке аккордов, поэтому один раз заучили и шикардятина. Кто только начал играть, я вам скажу, что вот данная связка, которую мы сейчас с вами разучили, очень много песен на ней состоит, поэтому если вы один раз хорошо порепетируете и отработаете, вы сможете сыграть почти любую песню. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку, хотя это не просто укулеле, это акулеле, потому что тут типа акулка. Oh, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Ну а для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Давайте разберем правую руку. Я подобрала для вас много вариантов боя, от простого до оригинального. Давайте начнем с простого. Данную песню вы можете играть следующим вариантом. Когда мы играем вниз-вверх заглушка, вниз-вверх заглушка. Давайте это чуть быстрее будет звучать. То есть... Вверх заглушка, вниз вверх заглушка. Заглушку вы можете делать разными вариантами. Кто-то ладошкой, кто-то началом пальцев, кто-то кулачком. Все зависит, как вы сделали сам удар. Если у вас рука как бы так открыта, то и открыто лучше делать глушение. Да, у меня еще есть небольшой призвук из-за моих колечек на руках. Поэтому я уберу, чтобы не было бряньканье. Это мы с вами играем один раз на один аккорд. И получается следующее. Обратите внимание, что я не избиваю укулельку на глушении, то есть аккуратненько приглушила струны. А со словами получается следующим образом. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я и так далее. То есть простой вариант боя. Можно также взять другой вариант, когда мы играем удар заглушка, вверх-вверх заглушка. Это такой интересный бой, его нужно почувствовать, проникнуться и послушать, как вот он ритмически звучит. Вниз заглушка, вверх-вверх заглушка. Также играется один раз на один аккорд с аккордами этот бой. И теперь со словами. Я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Дальше вы можете разнообразить данную конструкцию и после первого удара сделать не глушение, а удар наверх. И получается следующим образом. Еще раз. Чуть медленнее.
Также играем один раз на один аккорд. Со словами: я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. И оригинальный бой звучит следующим образом. Мы играем вниз-вверх заглушка, далее вверх-вниз, вверх заглушка. То есть вот эта последняя часть, вторая часть вот эта, она звучит быстрее. Послушайте внимательно. Очень напоминает белый снег, серый лед. Кстати, там играется тот же самый бой. Давайте еще раз, медленнее. С аккордами. Ну и со словами. Я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Вот, получается, у нас с вами есть 4 варианта боя. Выбирайте, который вам нравится больше. В принципе, в оригинале песня играется от начала до конца одним боем, но вы можете сделать разнообразие. Пожалуйста. Вы можете взять проще бой, сыграть там первый куплет-припев, дальше взять новый бой, 5 куплет-припев, потому что куплетов тут достаточно. Разгуляться есть где. Время креатива. Ну а перед тем, как соединять полностью со словами от начала до конца, скажу следующее. Эта песня звучит в оригинале чуть выше. Поэтому, если вы хотите звучать также чуть выше, вы можете взять каподастер или карандаш с резинкой и поставить это или на первый, или на второй лад, тем самым вы будете звучать выше. Окей, ну а давайте теперь соберем полностью песню от начала до конца, как же она будет, собственно, звучать. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле 3 чукотских мудреца твердят, твердят мне без конца: металл не принесет плода, игра не стоит свеч, а результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле. Пытается меня достать, колу колено колют вены, надежде тайну разгадать, зачем я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле кнопки, скрепки, клепки, дырки, булки, вилки, здесь тракторы пройдут мои и упадут в копилку, упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Да,
сейчас вам сыграла чуть быстрее, как в оригинале, поэтому если у вас не получается играть в таком же темпе, играйте чуть медленнее, главное, чтобы вам было комфортно петь и играть. Ну, во всяком случае, если у вас остались какие-то вопросы или вам что-то было непонятно, то почекайте по тайм-коду, я там все подписала, расписала. Ну или пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился видос, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. А также напоминаю, что у меня есть целый плейлист со всякими разборчиками, в том числе есть отдельный плейлист с простыми песнями. Обязательно чекай, смотри. Ну а также хочу поблагодарить всех ребят, которые поддержат меня сейчас в финансовом плане на Boosty. Вот им. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клёвые ништяки, весь раздачный материал, ну и, конечно, мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.